слушай, обидно, обидно, досадно, обидно, ничего не сделал, только вощу. Обидно и все. Ну, обидно, обидно, да. Ну что, я выставил видос «Сила или изодинамический движняк». И вот Серж Матвиенко написал отзыв, что поеду в Серпухов в зал изодинамической гимнастики. И вот тут-то сразу же получается, что нестыковка. Это ты поедешь в зал не изодинамической гимнастики, а гравитационной гимнастики. Хотя 5 упражнений, что там, что здесь, одинаковые. Но вот считается, что вот если ты повесил тонну, и вот эту тонну ты отрываешь, это гравитационная гимнастика. Если ты это делаешь через рычаги, то это изодинамическая гимнастика. Ну, я дальше не буду распространяться. Так, очень хочется попробовать, возьму урок, чтобы освоить азы. Я как раз выложил целый год своих занятий, вот с самого начала. Насчет азов хочу следующее сказать. Я познакомился с изодинамической, вернее, с гравитационной гимнастикой в Екатеринбурге. Мне показали, я там кое-что там сделал, то есть все, есть там фото и так далее. Вот, вещь хорошая, но думаю, где же я такие тяжести возьму? У меня такого-то нету, таких приспособлений там, зал, там целый зал. Вот, ну и так как я понял, насколько эта вещь могучая в плане оздоровления, я, значит, съездил в Серпухов непосредственно к самому Самодумову и позанимался где-то 2 занятия у него. Что бы я хотел сказать? Ну да, с вами занимается, вы платите определенную сумму, кусачая, с учетом того, что вам надо доехать 900 километров мне. Хотя есть люди с Сахалина летают, видите, которые чувствуют, что это то, что надо. Вот, доехать, уехать, переночевать в гостинице, ну и плюс позаниматься, да? 4 позиции, так сказать. Отсасывать деньги. На первом занятии вам просто-напросто показывают, вот это так делается, вот это сяк делается, вот это вот. Существует вообще в любом деле, в любых занятиях определенная техника. Вам о ней не рассказывают. Вам просто говорят, это вот так ты ставь, это вот так, мы тут сами тут сделаем и так далее. То есть ты просто-напросто выполняешь и все. Возьму урок, это просто, я, знаете, как-то стараюсь вообще-то вас оберегать и давать лучшее, нежели вы все стремитесь в дерьмо влезть. Вот понимаете, вот вы хотите в дерьмо влезть, а я вас вот вытягиваю, объясняю, а оно никак не объясняется. Так что, пожалуйста, можете 10 тысяч отдать, освоить азы. То есть, вот, подлезть под этот тренажер так, так, сяк и так далее. Так. Дальше будет заниматься сам. Тот же Самодумов Анатолий Иванович. Что он говорит? Если вы надумаете открывать зал гравитационной гимнастики, позовите меня, я там поставлю поле. А так как поле это имеется только в 2 местах мира, земного шара, в Атланте, Америка, зал гравитационной гимнастики, там они преподают некто, и в Серпухове стоит это поле, больше его нигде нет, то есть того поля, где поставил его сам Анатолий Иванович Самодумов, нету. И вот он говорит, что пока вы чисто на физике можете там поднимать определенные веса, ну, допустим, штанга на поясе у вас там будет 200 килограмм, 300 килограмм, 400, 500, там примерно 600 килограмм. Более-менее крепкие мужики, они это могут сделать. А вот дальше физика кончается. Начинается нечто иное.
И если человек это все пытается сделать физикой, вот тут должны быть знания техники безопасности, работы суставов. Потому что, смотрите, одно дело, вот суставы у вас давят друг на друга с нагрузкой, допустим, 300 килограмм. И совсем другое, когда они у вас начинают сдавливаться с нагрузкой килограмм 600. Там малейшее, знаете, вот смотрите, я кручу, видите, вот, малейшая, как бы сказать, нестыковка суставов, чуточку вы там где-то переразгибание у вас произошло, или еще там что-то там такое, то этот сустав вот так, такая, опа, и слазит, вот просто вот так вот, он выстреливает, потому что такое давление, он выстреливает, как вот косточка вишни пуляется, вот так, такая, опа! И это уже наблюдалось неоднократно. Люди, подобные Сержу. А чем мы там будем у Анатолия Ивановича там заниматься, еще там что-то там ему, ну, какие-то поклоны делать. Да мы сами откроем этот зал. Открыли там залы где-то там, насколько я там слышал, в Канаде или еще там где-то. Ну, короче, был такой президент. И они там поломались. Вот как он так и сказал. Они поломались. Как вы передаете навыки? Потому что занятия и упражнений я не нашел в интернете. А я их не показываю. Вот. Есть одна причина, что упражнения очень простые. 5 выборных, то есть одно базовое, 4 выборные из всех миллионов, самые действенные. А не показывают по той причине, что идет нагрузка очень мощная, жесткая. И люди легко могут повторить механику этого. Но когда человек берет просто механику, то получается типа физкультуры, типа спорта. Человек отдает огромную энергию, прилип обратно, больше не получает. Потому что не связано с гравитацией. И тогда через какое-то время человек начинает получать травму. Поэтому я не показываю, чтобы люди не пробовали сами. Ну, наш навык такой, он все равно пробует. А я-то теперь знаю, потому что и у меня вот эти вот соскальзывания суставов были. И я понял, что надо, какая должна быть техника, чтобы этого не произошло. И я в своих занятиях, как вы видите, благополучно прошел рубеж 700-800 килограммов. У меня лучший результат, штанга на поясе, тонна 50, чтобы вы понимали. Ногами давлю 800 на 2 раза. То есть я это понял, освоил, прошел. А в таких, как бы сказать, мелочах, за одно занятие, которое вы сделаете, вам никто ничего не расскажет. Дальше будете заниматься сами. Да, пожалуйста, занимайтесь там сами. Будете эти блины там навешивать. Ну, это ваше дело. Так. Вы с мужиками занимаетесь, и мне хочется. И вот смотрите, хочется. Вот это хочется. И вот когда у меня хотелка была, и я подумал, Екатеринбург далеко, а Серпухов немножечко поближе, но все это затратно. Как это сделать, чтобы вот это хотение реализовалось? Есть такое какое-то неправильное детское понятие, что тут я все сделаю сам. Можно самому сделать, если ты пройдешь определенный опыт занятий, тогда у тебя что-то там сформируется, что там можно сделать. Как у ученика Сергея Прокопыча Кривых, который позанимался у Самодумова и вот сделал этот тренажер. Вы, конечно, можете сделать свой тренажер. Это никто не отнимает ваше право, даже на основании вот того, тех разработок Сергея Прокопыча, которые он там сделал. Но если вы хотите это сделать на основании его разработок, то обращайтесь к нему, а не ко мне. Я взял готовое, я ему заплатил за это. Хотя, опять-таки, можно самому сделать, но, знаете, вот это уже нравственные вещи идут. Человек думал, человек делал, человек сделал. А ты просто-напросто только хочешь это все слямзить и так сказать, нормально. Это
какой-то очень плохой поступок по отношению к изобретателю. Другое дело там усовершенствовать или еще как-то. Но в любом случае ты обращаешься к нему самому, а не к тому человеку, который это приобрел. И знаете, он уже он как бы тиражирует это. Вот он, изобретатель, вот он, создатель тренажера. К нему и обращайтесь, что вы ко мне хотите, чтобы я вам все эти там какие-то чертежи там этого тренажера дал и так далее. Дать чертежи этого тренажера, это все равно, что украсть у него. Вы как-то это не хотите понять. Обратитесь к нему, тем более он говорит на сайте, там есть и размеры у него, и все там прочие характеристики. Вы вот эту вот нравственную вещь не понимаете и не хотите понять. То же самое с тираном. Вы ничего не хотите это понять. Вот, знаете, состав, мы тут сами сделаем и так далее. Что можно сделать? Давно описано, давно рассказано. Так, с мужиками занимаетесь, и мне значит, хочется. Вот эти хотелки, да, и мне там хочется. Значит, я столкнулся в занятиях с мужиками, так как я получил эффект, что мне хотелось поделиться. И что с мужиками еще получается? С мужиками получается. Уже, так сказать, несколько там мужиков было. Что мужики, вот они начинают заниматься. И потом раз в неделю, грубо говоря, по часу там, это вся эта гимнастика. Вот день не подходит. Вот что-то надо перенести, вот что-то надо еще сделать, вот что-то надо еще сделать. А я занимаюсь вот здесь, у меня дома. И я должен под них подстраиваться, вот так, вот сяк, это. И совсем недавно, что еще? Это дом, жилой дом, в котором я живу. Пришли со своими там сумками, и жена только раз, таракан. Говорит, они занесли таракана. Представляете? В конце концов, что? Получилось. Поэтому я не хочу на себя, если там люди занимаются, вот я сказал, понедельник там занимаемся, и с утра, и некоторые там вечером, все, я вошел. И ваше, так сказать, понятие, состояние. Ну, больше как-то ждать, кто-то приедет, кто-то уедет, кто-то задержался, кто-то еще, а вот. Я просто не хочу. У меня своих дел полным-полно. Так, и мне хочется. И вот знаете, я ему написал, я тебе сказал, где искать азы. То есть я выставил, понимаете, не просто это, я поделился с вами годом своих собственных занятий, рассказывая там о том, о всем, с чем я столкнулся. Вам этого никто не расскажет. И более того, сейчас я со своих уже позиции, прозанимавшись 3,5 года, я понимаю, что эта вещь сугубо индивидуальна. Для здоровья, вот это уж как я с мужиками занимаюсь, для здоровья, вот этого достаточно для здоровья, чтобы суставы, там все это там на место. Но для того, чтобы вы куда-то там туда-то, это должны быть совершенно иные знания, которыми мало кто обладает там, я не знаю. Ну, если он и обладает, он просто-напросто тогда себя не афиширует. Скажем так, отвечаю Сержу и всем тем. Вот, искать азы у меня на канале, потому что голова у меня светлая, работает. Я начинаю понимать, как это действует, как это работает. Имея огромный опыт занятий тяжелой атлетикой, там, качаясь и прочее. А там, значит, вот за первое занятие, за все последующие будешь платить 10 тысяч рублей. Ну, и будешь получать. То есть люди, которые ездят туда за 10 тысяч рублей, они там получают не азы занятий, а они там получают вот эту энергетику, вот этого, будем говорить, энергетику вот этого поля, которую установил самодум. Вот это вот ценится, потому что больше этого нигде нету. Будешь отдавать за одно занятие и ни хрена не поймешь. Естественно, ничего не надо. Хома, сиди дома, смотри мои видосы и ума набирайся на них. Вот ума набраться никак не может. И пишет, понятно. Да непонятно. Если взять
голодание, сколько я с тобой работал насчет этого голодания, попробуй самостоятельно поголодать 3 дня. Если 3 дня проголодаешь нормально, все это выйдешь, я буду очень рад. А если еще неделю проголодаешь, вот самостоятельно, ну это вообще, можно так сказать. Но это не значит, что ты один раз проголодал, а вот несколько раз проголодаешь, и ты тогда поймешь, что, что, как меняется. Ну что, дальше он пишет. Со всеми занимаетесь, а со мной одно занятие провести не сможете. Одно занятие ничего не даст. Ничего не даст, тем более, чтобы тут это узнать, это вот так подумать, это вот сяк подумать. Вы видели, я стою над ними, как мамка над детьми, чтобы у них более-менее что-то там получалось, и особо там никаких травм там не было. Вообще, тренером так его как-то вот просто изложить, вот так. Это контакт. А что у тебя было? А что с тобой стало? Как ты себя чувствуешь? А нигде не болит? А что это? А где пошло? А где нагрелось? Хватит? Или еще? Это, говорю, не просто так. Поэтому одно занятие ничего не даст. Ничего не. Тем более, что я готов отдать 10 рублей за него. Просто-напросто, знаете, отдать деньги. И при этом... Вот очень важно понимать, вы не готовы получить, вернее, в одно занятие невозможно втиснуть то, что вы хотите получить. Поэтому это просто так кажется, деньги на ветер. Обыдно. И вот тут, знаете, я человек, постоянно развивающийся сам, я прекрасно стал понимать вот эти вот обиды, и откуда они возникают, и что они там делают, и как с ними работать надо, и жить легко, свободно и приятно. Обиды возникают из-за того, что хочет. Вот человек хочет, он хочет, но он не понимает. И вот знаете, я смотрю рекламу там этого самого Почта Банка. На машине нагрузили там мебель, там еще что-то. И реклама такая, что, мол, а зачем вам что-то там экономить? Возьмите кредит и купите все. На все денег хватит. Ключевое слово – денег хватит. Вы взяли кредит. Но его же надо отдавать. А чем вы будете отдавать? И в результате, вот при всем вот этом, что вы приобрели, это может быть крайне нищенская жизнь. Что вы не можете позволить себе лишний раз заправить машину, сходить, грубо говоря, там, пообедать в ресторане, там, ну, к примеру, куда-то там съездить. То есть тут вы взяли, а теперь вам все это надо отдавать. Оно вдобавок еще может поломаться, может испортиться. Это все надо обслуживать. А надо отдавать. На что вы рассчитываете? Так вот, говоря, здесь идет процесс наработки своего собственного опыта. Как напрягаться, как там, куда давить, что там поднимать, что чувствовать. Откуда, грубо говоря, энергию можно там взять. Сколько дней идет восстановление. Да очень много всего. Очень много всего. И вот эти все, знаете, вопросы ты должен сам, если ты хочешь прогрессировать, сам должен решать. Тебе в этом деле никто не поможет, потому что мы все-таки все индивидуальные. И если вот обида, видите, обида. А мне сейчас вот ничего тут не обидно. Я вот на этот компьютер, я сначала заработал, а не взял в кредит, и потом его купил. Вот эти камеры, я сначала заработал, потом их купил. Хотя да, хотелось мне это. Да многого хотелось. И вот эти все эти хотелки, если мы не понимаем, как с этими хотелками надо работать, они приводят нас к обиде. Обиде на весь мир.
Хотя весь мир дает нам огромное количество разного рода возможностей, как, что и делать. И оказывается, я скажу вам по большому секрету, вот мы поднимаем вот эти вот веса, да, она дает энергию, укрепляет суставы, все там такое. Но есть методы, которые без подъема весов и еще чего-то, но работы совсем с другими сферами дают результаты еще больше, нежели вот эти. Ну, к ним надо быть готовым, а не обижаться. А почему тебе не готов? Да ты не готов это взять. Оно вот тут вот лежит, а ты не берешь. А ты не видишь, как это взять. Не видишь. Вот в чем дело. Так что я вот ответил на ваши, значит, обиды. И как раз вот эта вот обида, это диагностика, самодиагностика вашего несовершенства, психического несовершенства, несовершенства вашего сознания, вашего мировоззрения. И, естественно, дальше уже идет психосоматика, на психосоматику вылаживается. С этим надо работать. Так что я тогда сказал ему, то знаете, вот и когда вот, вот туда вот прется, и все. Я ему ответил, поезжай в Серпухов и отдай эти 10 тысяч, пусть тебя поучат, что там ты вынесешь, а потом расскажешь, что ты понял. Ну что, на этом мы видосик и закончим. Я благодарю вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.